в Аргентине и в Южной Америке в целом. Тем не менее, продолжается. Может быть, несколько хаотичная, но очень настойчивая. Де Паулю, да. Как-то сборная Аргентина... Ну, а там он действовал все-таки во втором эшелоне атаки. И Лучельсо. Лучельсо. Месси. Месси заранее знал, что будет и за Барселону, и за сборную. Эта команда, в общем, задавала тон. Ну и посмотрим. Отаменди, в принципе. Подача. Удар головой, мяч в сетке. 1-1 и забивает Николас Гонсалес. Может быть, не было такой настоящей остроты, но мяч то и дело. Лучельсо. Привить его на поле и в результат превратить. Лаутаро. Удар по продолжению, пока перерыв. А вот Джоани Лучельсо из английского Тоттенхэма. Он вышел на замену и отдал. Горы при стандартах очень важно парагвайцам контролировать, потому что в Аргентине, конечно. Паредес, Эль Альмирон. Десятка сборной Парагвая. Я хочу сказать, что сейчас сборная Парагвая выглядит, вот против которых он так плотно действует. Ну, я, конечно, несколько иронизирую. Видим Ди Марию на поле. Лучельсо пасует в центр. Месси с мячом. Талес, Лучельсо, пас под удар, Месси, вратарь не сумел остановить мяч, и Лео Месси выводит сборную Аргентины вперед, прекрасная атака. В движении полчаса даже, я думаю, с хвостиком, учитывая варство, и Аргентина атакует, Лучельсо, передача, Николас Гонсалес, нас, по-настоящему, именно как игрок острия, себя проявил в сегодняшнем матче. Но я говорил, что Лучельсо. Месси. Лучельсо. Я от Аргентины отталкиваюсь, но просто там на этот раз удачно. Не могли поспеть к такой подаче. Лучельсо жестко поставил ногу и... Лучельсо. Лучельсо. А это не Паредес, это Николай. Всю ширину поля для своих комбинаций. Чередовали розыгрыш, как очень достойно сражались с Бразилией во втором туре у себя на поле. И хотели... Но после видеопросмотра взятие ворот было отменено и отменено.